Снова здравствуйте, это вновь демонофобия. О боже, сколько все просили эту игру. Только вся проблема в том, что я не знаю, что с ней произошло. Я сейчас не знамо где. Я начал сначала играть, но почему-то я оказался вообще в другом месте совершенно. Что произошло? Почему? Почему убралось? Я не знаю, честно говоря. Что именно произошло? Но меня уже кто-то ест! Черт! Я явно не должен здесь находиться. Я не знаю, почему я сюда попал. Я совершенно забыл управление. Так. А, я нашел ключ. А! Что за херня? Что это такое? Эй, нет! Голова! Твою мать, что ты... О! Ну ладно, это еще куда ни шло. Удар был приличный. Черт, больше не надо. Я же прошу! Просила! Просил! Ладно, продолжай. Черт! Хватит! Кто вообще такой по жизни? Черт. Все? О, черт, она плеванула. Окей. О нет, что еще? Что? Опять бьешь, да? Прекрати это. О, боже. О, черт! Какого хрена? И вы меня заставляете в это играть. Хватит! Здесь можно как-нибудь? Здесь даже пропустить нельзя. О. Или я это сделал? Я не знаю. И черт побери, я больше не возьму этот ключ. Так, и как же я здесь должен пройти? Здесь капкан. Обойди капкан. Эй, он даже... Ну и ладно. Ну и отлично, собственно. Правда, я все равно не понимаю, что я здесь... Твою мать! Что это, комната... Это комната была... Пожалуйста, не надо делать того, что ты сейчас... Что ты собираешься сейчас делать? А, нет, она не блеванула, странно. Куда ты ползешь? И кто сюда идет? Твою мать. Что это за херня? Фартуки носятся не так! Они не должны загораживать область зрения! Черт, что... Что, твою мать, тут происходит? И? Я понял. Это угроза, да? Черт. Что за их... Я даже не знаю. Этот тип сотворил такое. Он вообще-то вроде ничего не сделал. Он просто помахал тут топором. Если он меня поймает, он меня также разделает. Да. Нет, не надо. Только не плачь. Ты чё орёшь? Он же придет. Дура! Ползи отсюда. Ой, вот это мне совсем не нравится. Это слишком... Слишком узко. Даже для школьницы. Фу, какая ужасная шутка. Так. Черт, а это еще что такое? Что это было? Что это было? Мне кажется, у меня игра глючит. Окей. О, черт, у нее. Фу! Фу! Какая кнопка? Никакая. Значит, здесь надо проползти. Я понял. Да, я проиграл. Может, что-нибудь уже... Черт. Почему эта игра сделана через жопу? Что ж. Ни одна кнопка не работает. Пустите меня. Вот опять я здесь. Я определенно делаю что-то не так. Точнее, не я делаю что-то не так, а с игрой что-то не то. Вот. Вот каким образом? Почему? Как? Допустим, я пытаюсь пройти сюда. Мне эта щель в полу совсем не нравится. Оу! Треугольник! Масоны! О, черт, это, наверное, больно. Эй, я жив? Ну, хрен знает, мужик бы от этого удара скончался, скорее всего.
Если вы понимаете, о чем я. Так, почему я не могу поднять? Так, нашел красное лекарство. Как им воспользоваться? Написано R. Но R не работает. Как я... How do I shut web? Черт. А, это пауза. Пауза это P. Ну, логично. На Enter мы на мгновение превращаемся, видно, в призрака. Охренеть. Как я должен воспользоваться лекарством? Лекарство! Циферки тоже не помогают. Призрак тоже. Я не знаю. А, снова треугольник. Ауч. Вот почему я не могу спуститься вниз? Пройти вниз, точнее. Нет, никак. А что, если я ползком возьму этот ключ? Нет, не получается. Ну, к черту, я не хочу, чтобы этот огромный пидор снова меня избивал. Эту заставку с мясником я тоже не хочу смотреть. Ау! Я тоже не хочу смотреть. Ладно, я пройду сюда. Так. Очень странная дверь стала. Дверь не... Это, блядь, шипы. Это определенно шипы. Я прыгнусь. И ох, как мне сейчас в жопу... Это печка! Твою мать! Да. Жарко. Ну, естественно, жарко. Ты в печке оказалась. Ну что за бред? Все покрылось мочой. Еще. И не одна кнопка. О, трупик. Маленький такой красивый трупик. Господи! Я с этой игрой стану извращенцем. Так, может я поползу сюда? О, нет. Только не говорите мне, что сейчас меня какая-нибудь поебень отсюда. Хиги. О-о-о! Да. Я, в общем-то, был прав. Я не знаю, что с моей игрой. Я не знаю, почему я здесь оказался. Хотя, может, это мое старое сохранение, хотя я вроде до сюда не доходил. Я серьезно, я не знаю. В печку мы уже не пойдем, но... Черт побери, в чем... В чем дело насчет... этой звезды, блин. Звезда по имени Солнце! О, я могу прям так проползти, отлично. Мне не надо снова смотреть на этого придурка, который носит фартук неправильно. И вот очень странно, что я здесь без проблем проползаю. Меня ничего не пронзает. Так. Бля! Какого черта? Это что, рандом или что? Какого хрена меня опять проткнуло, как последнюю, блин, шлюху? А, нет. Это было бы ошибкой. Я не знаю, что с моей игрой. Почему я оказался здесь? Хотя вроде как не должен был. Давай, лезь. Классный... Классный костюм желтого медведя на стене. Всегда мечтал о таком. Что здесь происходит вообще? Я уже даже не знаю. У меня... Так. Как я должен преодолеть вот это дерьмо? Вот что это? Вот какого хрена? Так не должно быть. Так, а что здесь? Взял? Треугольный камень, и что? Куда я его запихну? Нет, ну понятно, куда, но это не подействует. Куда я именно его должен запихнуть? Я не знаю. Я ползу обратно, но... Сейчас меня что-нибудь здесь встретит, я это гарантирую. Нахрена мне треугольный камень? Он... Опять масонство какое-то. Куда я его запихну? Я еще раз спрашиваю, совершенно серьезно. Так, небось сейчас мясник придет. Ну, что поделать?
А, встань уже. Это поза. Ты слишком часто в нее встаешь. О, нет. Только не говорите мне сейчас, что на этот раз сработало. Да, сработало. И эта штука меня сейчас затыкает до смерти. Все? Ты мертва, да? Эй, и... Вот что опять произошло? Почему я... С этой игрой что-то не так. Я это, конечно, выложу, потому что очень забавно смотреть, как я веду себя как идиот и проигрываю, но... Возможно, потом я разберусь, что с этой игрой, переустановлю. Потому что какая-то херня творится. До встречи!